Сообщения поступают из других райцентров. Как сообщает и Тартас, вооруженные люди захватили отдел милиции и здание администрации в городе Красный Лиман, крупнейшем железнодорожном узле Донецкой области. Да не, воздух стрелял. А? Воздух стрелял. Нет, это не земля. Земля? Ну, может, холостые. Это бойцы из командного батальона ополчения «Донбасс». Мы приехали, проконтролировали, что представители власти. Оружие, казан. А что у вас так стоит? Огородом морды кляши? Мы все. Это семья на Украине. А этот тварь, блядь, это на лев против. Ты понимаешь, что я не знаю. А я здесь живу. Они все заняты. Что? Я не знаю, кто вы такой. Я показывался. Уберите камеры. Украинский человек. Ты про Петровскую область, если тебе так. Подождите, подождите.